может представить себе того, чего никогда не видел. Это же так, действительно. Он как еще может... Я с вами на первом курсе, по-моему, разбираю. Единицу кто представил? Кто представил единицу? Ее нету. Он просто так условно назвал какую-то черточку единицу. Да вы что? Единица это не черточка. Черточка это черточка. А единица что такое? Я знаю, что символ. Я знаю, что символ делится на символ знака, символ опуса. У меня в семиотике все в порядке. Молодец, но вот он начитал. Правда, можете, ну, мне сложно просто представить того, чего ты никогда не видел. Вот я говорю, единицу представь. Это 100%, даже врожденные идеи, их невозможно увидеть. Точно, потому они врожденные. То есть, а кто их вродил? Причем самое интересное, врожденной является идеей. И единица, помните, и человек, и собака, и хорошо, и плохо, и стоп. Все это врожденные идеи. Я говорю врожденные именно в человеческой экзистенции, а не глобальном понятии логоса. Если ты не знаешь, как это назвать, но придумаешь этому название и придумаешь что-то новое, то ты, можно сказать, будешь воплощение Бога. Потому что все придумал, назовем это если так, Бог. Начальная точка. Если ты будешь придумывать что-то новое, то, скорее всего, ты будешь скомпоновать это уже из существующих вещей. В любом случае, ты будешь скомпоновать это из существующих. Еще раз, единица из чего скомпонована? Ниоткуда. Просто так. Это просто штрих, о котором скажешь. Штрих просто, это штрих. Нет, что-то символ, что-то символ. И мы под ним условно будем понимать. Это просто коммерция. Вот именно, мы под штрихом понимаем единицу. Так единица что такое? Мы под штрихом понимаем единицу. Единицу мы уже понимаем. Уже понимаем. Какой-то образ. Неважно, к чему мы ее. Один стакан, один человек, один штрих. Единица, она до вещей. До вещей. Это слово, это идея. Это идея, которая нигде. Как же ее родили-то, если ее нигде нет? У меня с еретическим мышлением все в порядке. И я знаю, что еретическое мышление выражается не только в пифагорейской этом учении, а то, что все вещество и то, что как раз изменение количества приводит к изменению качества, еще изменение состояния. Но вообще, как вот это еретическое правление зарабатывается метафизикой, и, допустим, метафизики может нести понятие причины. Проблема, что ты много слишком книжек начитался. У тебя для всего есть долгий рассказ. Причем в этом рассказе в каждом слове противоречие. Это существование не знает чего. Так я и мысли диалектичные, на самом деле. Я не против. Отлично. То есть очень хороший пример образованного, интеллектуально развитого человека с собственным аналитическим мышлением, который может анализировать множество текстов, которые он прочитал. Причем очень качественно. Но приведет ли это когда-нибудь тебя к состоянию, куда мы идем? Да, здесь и сейчас. Ты давайте мы говорим, вот сначала говорил, а то мое внимание, восприятие. Ну мы про это и говорим. Что? Притчу прослушать, помнишь? О чем? Который наполнит знаниями. А, у меня тоже есть свое мнение. Я знаю. Замечательный образец всевозможных аналитических интерпретаций. Бесконечно. Причем, я помню, на первом курсе ты был еще такой просто упертый, но не очень образованный. Сейчас ты просто классно освоивший такой достаточно обширный интеллектуальный багаж. Просто пример замечательного такого, причем самообразования. Потому что, скорее всего, никто тебя этому не научил, правильно? Если тебе это очень нравится, ты почти достиг. В значительной части самообразования. А? В значительной части самообразования. Вот видите. Хотя без добрых людей тоже не может. Конечно, не обошлось. Добрые люди всегда придут и помогут тебе, как нужно все понимать, объяснят. Наша задача сейчас как раз не искать добрых людей, которые нам объяснили, а самим стать такими добрыми людьми. И пойти всем объяснить. И пойти всем объяснить. Тогда, а если вот мы опираемся на тот же Меландрий, тогда получается, что мы вот опыт этого иона берем за основу и пытаемся вот его послушать, а не сами прийти к чему-то. Так я же вам сказал, Иоанн – это не персонаж, который имеет знания. Иоанн – это любой человек, который сейчас перед вами. И он вам все время рассказывает Евангелие. Просто мы не можем его услышать. Любой человек Иоанн. Даже если ты считаешь, как если конкретно говорить о тексте, то в любом случае там написано все достаточно неоднозначно, и ты сам его интерпретируешь. Точно. Ну, я бы с этим не согласился, то есть, грубо говоря, там... Нет. Но если там написано, да, вот в Библии, ну там, в частности, вот все эти четыре Евангелия, они там
часто очень целыми цитатами повторяются, да? Иоанна как раз это выделяется из этой когорты, потому что там нету ни истории там о Христе, там сразу начинается, в начале было слово, о начале говорится, и понеслась. Как бы мы с этим соглашаемся, если мы с этим не соглашаемся. Отлично. Вы можете тупо сидеть и не соглашаться, или же, вот как Александр, начать приводить какие-то концепты, которые вас, с которыми вы согласны. В начальной точке не было того Иоанна, который его направлял, или который помогал бы ей. То есть, ну, чтобы достичь там этого состояния, нам тоже не нужны проводники, получается. Точно. Не нужны, потому что у нас альфа уже есть. Мы в каждом миге внимания уже являемся альфой. Но в то же мгновение тут же забываем об этом, начинаем видеть всяческие вот эти... Хорошо, я объясню смысл этих собраний, стоит спроситься, когда приезжаешь к Сергею Станиславовичу. Мы эти собираемся для того, чтобы как раз увидеть себя. Потому что сам свет не можешь увидеть, точно. Он отражение можешь увидеть, поэтому нужно собираться. Вот, точно. Но как познай себя. Проводник для другого. Чего? Точно. Но при этом нам не нужен проводник. И при этом не нужен, потому что вы в другом должны в конце концов увидеть себя же. То есть получается, собрание бессмысленно, но имеет огромный смысл. Вот так вот. Да. Вот такие логические хорошие, на самом деле, очень много, да? Куда я пришла, да? Ё-моё! Я ж читать не умею, знаете, они все. Не знаю. Говори. Ладно, ваш товарищ скажет, я так понял. Ну, я просто в продолжение хотел сказать, что на самом деле таких логических ловушек очень много, да, это то же самое, если к Богу относиться. Угу. Может ли Бог создать камень, который сам не может поднять? Угу. Да, то есть, если может и не может его поднять, он не всемогущ. Да? А если он не может создать такой камень, то он, получается, тоже не всемогущ. Точно. То есть, ну, как бы таких логических ловушек и в жизни там много очень, да, там... Ну, это вот, помните, были такие замечательные софисты. Они быстро поняли, что, оказывается, наше логическое мышление, оно бессмысленно. Помните, я говорил, мы ничего понять не можем. Понимание – это приз для дураков. У нас сознание просто продуцирует идеи. Вот в этом отношении я согласен с Александром, да, то есть потому что мы меряемся теми категориями, которые мы понимаем. То есть, а они... очень часто могут быть очень далеки от истинных категорий. Точно. И поэтому, вот как раз возвращаясь, да, то есть очень все вот это, возможно, лишено смысла, потому точно. Что, как бы, если изначально вот в этом собрании нет человека, который обладает какой-то истинным знанием, да, то к нему мы все равно не придем, будем ходить вокруг да около, потому что никто не сможет его высказать. Значит, все равно нужен проводник, судя по вашим словам. Проводник... тот человек, который обладает истиной. Ну, в принципе, может быть, да. Но, опять же, как бы, очень часто, как написано, опять же, в Библии, нет пророка в своем отечестве. Вам сказать, что это человек, который обладает истиной. Зачем мне звонить? Я пришел сюда, да, я общаюсь с людьми. Мне приятно общаться, как бы, значит, много, потому что я люблю все нестандартные, особенно. Первый курс. То есть, что ты бать языком, это понятно. Ну да, я не люблю там людей, сейчас много скучно, на улицах нет... тех людей, с которыми можно поговорить на эти темы, сюда пришел поговорить об этом, да? И при этом я прекрасно понимаю, что я пришел поговорить просто так. Просто поговорить, потому что я понимаю, что... здесь вас ничему не научат. Глядя здесь в кого-то, я не найду истину. Я уже понял с первой секунды, что истина только во мне. Все. Блин, у нас тут вообще уже пришел, просветлился и ушел. А все остальные вот эти тупят. Может, некоторые просто молчат. Единоличники. Самое интересное, что Иоанн знал, что мы сейчас придем к этому. Потому что у него следующий пункт как раз по этому поводу. Передай мне пустой стаканчик. Прикидывайте, какой ужас. Иоанн знал, что мы здесь соберемся и вот так вот затупим. И он следующий пункт специально для прояснения и написал. Сейчас я зачитаю. Прикидывайте, как это он так вот знал, что мы... Когда вот вы сказали, что у каждого есть свои понятия, и есть как бы существующие маршруты, да, и в принципе люди пользуются авторитетами, и ничего познать нельзя, только используя авторитеты, вот он и пишет. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать,
ибо закон дан через Моисея. Что есть некий Моисей, который оформил все нам. Проводник. Стал таким проводником. Действительно, что есть. Вот у них там некий Моисей. Причем я вот вслед за Задорновым люблю коверкать всякие лингвистические штуки и обнаруживать в слове Моисей слово «сеятель». Помните, русский язык, самый основной язык всех языков. Задорнова кто слышал? Вот я очень уважаю его концепцию, потому что она, ее в любой момент можно взять и применить. Так вот, Моисей, это Майя, пустое место, взяла и засеяла некое поле. И тогда у нас появился закон, некая определенность, некие правила. Потому что если мы сейчас сидим и нету правил, нам говорить не о чем. У нас даже нету правил того же языка, правильно? То есть я начну... Но Моисей, видите, за... Возможно, существует такой язык. Ужас какой. Я говорю, это вот... Может, все-таки наркотики принесем? Уставший голос. Наркотикам нет. Лучше водки выпейте. Наркотики кто придумал? Хиппи какие-то грязнопузые. А вы тоже? Менделеев. Они кокаином баловались. Ой, как баловались. Мне, кстати, оставили наркотики еще перед врачи. Они еще даже кашу начали делать. Просто эти кокаин, да, они вообще кашу. Особенно товарищ Фрейд любил побаловаться кокаином. Ну, Фрейд, он алкулился, он еще кокаин не знал. Почти, как же, почти половина США сидит на кокаине. Точно? Да. Вся элита. 100%. А как же древние жрецы, которые сделали меня на карте? То есть вы где жрецы? Лучше напиться. Чуешь, куда-то пришла? Туда, куда надо. А как же вот про тот же самый Гроув, которого вы рекламировали активно? Он же тоже баловался. Но уж потом понял, что наркотиков нет, и перешел на хлопок. Нет, нет, запретили. Запретили, потому что добрые люди пришли с Моисеем с законом. А если камеру выключить, то что? Ну, США же уже дали податки на марихуану, легализовали. Кто легализовал? Да, все, легализовали. Теперь как в Голландии. Ну, это в одном штате. Ну, сейчас это все рассосется. Не, наша водочная мафия не позволит, не волнуйся. Чего? Водка это тупой напиток. Бездумный. Еще раз я говорю, наркотики придумали, грязные хиппи. Я не говорю, что наркотики это хорошо, я просто говорю, что водка тупой напиток. Лучше выпить что-то чего-нибудь другого. С историей, со вкусом. Первый курс. Чего прогулялся? То же самое виски, это напиток с историей, со своим вкусом, со своей разработкой, сделан еще. Да ты что, виски это... Самогон. Тебе любой человек скажет, что это вообще отстой. А водка это ученым разработанная пропорция. Это интеллектуальный труд. Ученым. Ученое мнение. Давайте поговорим. А Евангелие. Что ты будешь от темы? Мне надо до 20-го пункта дойти, потому что мы там перейдем к Рожбанию. Кто нас ведет, если... Задумайтесь, кто и куда. Скачает, на части порубит и рекламу нам, антирекламу выпустит. Философскому клубу. Еще ваши портреты вставлю. Еще хотели камеру показать. Да, у меня еще есть тайное желание, когда вы совсем расслабитесь, раз, подбежать. Всех. В расслабленном состоянии. Вот ничего не поворачивает. Ладно, с водкой закончили, наркотикам нет, это понятно. Да вообще и алкоголь тоже. И алкоголя нет. Надо искать. Я же говорил, прет и так. Все хорошо. Хорошо и так. Начали думать. Вот многие ученые, знаете, вот есть такие ученые. Их так прет, они вообще ни о чем не думают. Ни о машине, ни о квартире, ни о жене. Сидят, перельма. У себя в двухкомнатной квартире, ему миллион дают, там, идите в зад, не мешайте на эту формулу. Что он даже ничего другого не видит. Как Пи, помните фильм? Да, фильм Пи очень хороший. И еще там «Игры разума». Да, да. Математики страшные люди. Они начинают переться от внутренних вот этих композиций, перестают участвовать в общественной жизни, смотреть рекламу, ходить в магазин. И вообще, то есть совершенно... Помните, как это самое, у Пелевина опять же, Generation P. Если все начнут вечный кайф ловить, кто же будет телевизор-то смотреть?
Поэтому это очень опасный человек. И их сразу вот так вот куда-нибудь на периферию высовывают, всем показывают. Вот видите, какой он плохой. Ай-яй-яй, таким. Да. Если кто-то будет, если все будут вечный кайф ловить, некому будет это кино и телевизор вообще делать, чтобы его смотреть. Конечно. А смысл тогда его смотреть? Смысл как раз, чтобы вы ходили в магазин и вот его покупали. Что тогда смотреть? Смотреть. Зачем это все надо будет, если вы будете... А дед тоже в Generation P, когда он пришел, на стене висит знак, и говорит, что ты делаешь? Я путешествую. Когда он смотрит... Да, 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 да. Хум. Ну, хум, да, я не знаю. Черт. Ну, альтернативу... Да, вот это тоже. Человек там грибочков насушил, хум уперся и отправился. Рекламу не смотрит, в магазин не ходит, кушает на выбор не голосует, гад такой. Кушают грибы, путешествуют. Да. Ну, опять же, наркотиков нет. Нас и так будет тереть без них. Грибы это не наркотик, это растение. Вот специалист. Ты что такой умный на нашу голову свалился? Итак, Бог. А Бог это первый разум, помните? Бога не видел никто. Никогда. То есть программы нашего рассудка не могут увидеть Бога. Это я вам перевожу то, что сейчас читаю из Евангелия. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть Бога нет нигде для рассудка. Понятно, да? Куда бы вы ни смотрели, там Бога нету. Ну, в одном из древнеегипетских божеств он просто назывался Осирис, невидимый, незримый. То есть уже такие приключки религиозные. То есть параллель даже не исчезли. Нет, Осирис это как раз у них был еще незримый бог. Амон, да, незримое солнце. Да. Да, то есть Осирис это как раз более... Я слышал, что Осирис незримый бог. Да, ну пускай и Осирис тоже будет незримый. Нам не жалко. Незримый, потому что не боги. То есть совершенно верно. Поэтому мы можем только узреть то, что рождено в этом незримом Боге, то есть мгновение, или помните, начало, свет внимания. Вот свет внимания – это то, что рождено. Поэтому Христос, помните, мы говорили, извне ниоткуда не появится. Он не придет там. Вот знаете, вот есть глупые люди, которые сидят и ждут, когда Христос к ним явится. Да. Уже 2000 лет живут. Да. Да. Потому что они его ждут где-то. Он откуда-то, они даже историю вот эту прочитали в Евангелии, что он типа являлся, и себя сидят, когда же снова воплотиться? Где-нибудь вот на улице. А потом приходит такой, здравствуйте, я пришел. Да, типа, здрасте, я пришел, они скажут. В общем, короче, видите, какая лажа. На самом деле, не может Христос откуда-то прийти. Он является в том миге, когда вы уже здесь и сейчас. Он не может извне. Вот это ожидание в течение 2000 лет, оно так и будет продолжаться. Потому что извне Бог ниоткуда прийти не может. Его там нету. Царство небесное. Ну да, внутри нас. Причем Бог, Он уже здесь и сейчас. Вот каждое мгновение, когда мы что-то начинаем говорить, Он тут же появляется. Но мы затупляем и распадаемся на множественность. Помните, мы это говорили, да? То есть самое, Он не через 2000 лет появится. Он появится, как только вы поймаете мгновение здесь и сейчас. Тут же сразу. Помните про лягушку царевну кино? Фу, сказку. Да. Помните, я вам даже рассказывал, объяснял, что у нас настолько искаженное зрение, что мы вместо царевны видим лягушку. А вот если вы аутист, как Иван Дурак, который всю жизнь в себе, он смотрит на лягушку и видит царевну. Жесть. Вот наша разница. Причем он на ней женится и становится царем мира. Жесть. А мы со своими знаниями, у нас лягушки на болоте, эти там, деньги в магазине, ну то есть деньги в кошельке, в банке, еда в магазине. У нас все по полочкам, мы ничего не видим. У меня учится наркоман. Кто наркоман? Васильевич. Нет, ну просто... С чего ж его так пьет? Нет, в данном случае как раз он был свободен от... Стереотипов, навязанных обществом, так сказать. У него не было стереотипов. Он был внутри себя. И поэтому он не знал, что лягушки не могут разговаривать. Он брал и с ними разговаривал. Молодец. Причем он мог разговаривать и с деревом, и с щукой, и с чем хотел с ним. И с медведями. И с медведями. И с ними такая колбаса происходила, что остальные вот это читают и думают, нифига себе. Это же сказка. А это все было. Точно. Сказка ложь, но не намек. Этим самым урок. Так вот, лучше быть добрым молодцем или тупым вот этим, как вот братья уже в другой сказке про этого самого, про конька-горбунка. Помните, там тоже дурак был? Да. Он с конем разговаривал. Да, он с конем, и с этим конем еще и по небу летал. А нормальные пацаны что?
соседки, бутылочка там, отдохнули. Ничего не было, все нормально. А дурак, он приходит в поле, из космоса там, на коне летает там. Все это приводит к себе всяких чудесных животных. А эти дураки вместо чудесных животных видят только объекты для продажи. И вот так вот большинство из нас так и живет, как вот эти братья. Потому что что? Нету глубокого внутреннего мира. Ну где-то внутренне все равно скрыт этот дурак. Так называемый. Так вот мы его сейчас и выводим наружу. Вот и не скрыт. Давайте на следующий фильм посмотрим идиотов. Там вот они пытаются. Как? Ну Ларса фон Триера, идиоты. Смотрели фильм? Нет. Нет? Нет. А вот они там ищут, группа молодых людей ищут себе маленького идиота. Притворяются кретинами, ходят там по бассейну. Ну Фон Триер, он сам немножко кретин. Причем ну, не в хорошем смысле. А вот смотрите-ка, что мы видим. Вы только что сказали про психологов, которые упакуют людей. Ущучил. Ай, молодец. Выучил на свою голову. Ну, там, конечно, тоже немножко обезображено, но они на самом деле тоже против общества этим самым выступают. Да, конечно. Себе... Общество — это то, что вас хочет квадратно-гнездовым способом сделать смотрящим телевизор и ходящим в магазин, голосующим на выборы. В общество больше никакого смысла нету. И чтобы вы побыстрее померли и вас похоронили. И родились новые. Родились новые и снова их квадратно-гнездовым и ходили в магазин. То есть мы здесь, как я прозвучал фразу, мы пытаемся вывести этого дурака на выбор. Да. Но зачем мы здесь его пытаемся вывести, если нам не нужно выбрать? Так мы же сказали, не зачем. Мы идем туда, что не было? Знаем куда, ищем то, не знаем что. Потому что мы хотим попасть здесь и сейчас. А, ну тогда... То есть все эти разговоры, они не имеют никакого смысла. Они просто, видите, даже у меня... Вот я тут все составил план, а все рушится. Не по плану разговариваю. У меня спонтанность. Я даже не знаю, откуда у меня эти мысли выцепили. Я не знаю, как у меня мысли появляются. Кстати, да. Ну просто единственное, что мы здесь можем сделать, это как раз таки расставить те самые ловушки для себя. Да. Для самого. Это я даже без проводника можно сделать. Точно. Надо просто сидеть и подумать в тишине. Перед всем. Ну, наоборот. Нет, я думаю, посидеть и подумать в тишине, это как раз таки... Так подумать, такая... Мыслительная жвачка. Медитирование. Я продолжаю. У нас 19-й пункт, по-моему, 20-й, по-моему, к самому главному перейдем. Все-таки у меня план есть. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты к Иоанну? Кто такие у нас иудеи и священники-левиты? На самом деле, левиты-то и есть священники. Ну да, совершенно верно. Это первый священник. Просто у иудеев у них было несколько кастов общих, да, то есть у них священники могли становиться только потомки колена Леви. Точно. Но, у них даже, да, у них была такая мистическая традиция. Ну, с ним еще как бы есть иконы. Коины тоже. Коины, да, совершенно, которые в Америке все захватили. Ну вот как бы вот эти левиты, они от колена Леви происходят. Священники. Это ты нам рассказываешь какую-то историю, которую же сказали нам евреи. Сейчас нас эта история не интересует. А мы говорим о том, что иудеи, которые прислали к ним левитов, это у вас в сознании явились некие сомневающиеся. Иудеи — это как бы отклоненная программа. Вот есть божественная программа, а иудеи, они отклонились от этой программы и начали свою колбасу создавать. И вот эти отклоненные программы в вашем же уме, к вам же тут же пришли и начали спрашивать, а кто ты такой? Что ты тут нам рассказываешь? То есть вот рассудок начал у меня, включились программы, он говорит, по-моему, ты лажу какую-то рассказываешь. Что ты тут выпендриваешься? Кто ты такой? Кто тебя вообще прислал-то? Что ты тут? Вот есть там вот ребята, они уже все придумали. Это вот левиты, иф и эти всякие прочие. Они уже книжки написали, у них есть закон Моисея. Все программы, в программах уже все написано. Причем это не программы там евреев или кого-то, это программы там школы, семьи, там государств, вот это иудеи. Они все отклонились от Бога, потому что им божественное не нужно, потому что божественное — это Иван дурак. Программа у меня в голове. И они мне тут же пришли, и у меня же в голове начали сомневаться. Кто это у тебя тут сейчас внутри что-то такое рассказывает? На каком основании? Где ты взял основание для того, чтобы что-то тут кому-то рассказывать? Причем самое интересное, в вашем лице я рассказываю все это кому? Себе. Я сам себе, и в себе же у меня тут же пришли программы и сомневаются рассудочные. И говорят, ты кто? Ты кто?
Эти программы, они говорят, мы священники и левиты, за нами стоит школа, традиция, законы. Мы не просто так, а вот ты-то кто такой, чтобы разрушать то, что мы настроили? Выводить свои изображения туда не знаю куда. Куда ты их ведешь? При этом мы как бы знаем, что эта программа, как раз те, которые отклонились от Бога, в них Бога нету. Помните, мы говорим, там, в этих программах, Бога нету. Где этот Бог? А там же говорится раньше, в Евангелии, что он пришел к ним, и они не поняли его. Точно, не приняли. Там дальше будет, я говорю, Евангелиана для внутреннего интроспективного вхождения в самого себя, что просто надо знать, что там кто обозначает. Потому что, помните, мы говорили, это третье прочтение мы сейчас делаем. Не первые два там, этическое и обычное, а именно смысловое, который смысл я в себе тут же, вот в этом миге сейчас находя и нахожу. Никто мне больше... Ну вот вообще вот этих людей, у них есть еще такая черта, вообще такая неотрывная концентрированность в каких-то конкретных бытовых вещах. Точно. И причем я как бы знаком с людьми, но с текущим трудом. Да, это точно так же. Это не просто так их назвали. Действительно, часть такая населения, которая очень прагматичная, очень сконцентрированная. Они там банкиры, они там ученые, они там тут такая действительно, они вообще создают эти программы и навязывают всем остальным.